на улице. Ни юга, ни Ростов. Обзор негде снять. Всем привет. У нас сегодня обзор 4 слонов. Студия MaxLife. Ну как обычный? Не совсем. Машина не совсем обычная. Машина подготовлена под громкий звук. Что вы сделали? Не знаю пока. Рассказывай. Шесть разом шесть! Самая главная особенность автомобиля этого, то что стоит карбоновое. Все у нас сделано в карбоне. Это сильно плюсует. Плюс 2 дБ. У Саши на кепке плюс 1, здесь плюс 2. Находимся мы в городе Шуве. Сейчас будем снимать обзор про нашу 14-ю. Начнем из подкапотного пространства и пойдем дальше. Ну, машина вообще изначально бралась, короче, ну, покупалась для проекта, который построен на компонентах ProSound. Машину изначально покрасили, купили на нее колеса полные. Установили генератор АЗ-13 320 ампер. Кинули две протяжки, две нулевки. Подкапотный аккумулятор убрали, сделали за место него небольшой дистрибьютор. Дальше что мы делали? Изготовили дверные карты. 4 пары 20, 2 16, 3 рупора. Динамики Патриот Нео у нас. Головное устройство Кенут 304 БТ. Простой. Вот. На фронт у нас стоит Патриот 2 по 1200. Это на 20 динамике. На 16 на пищалке стоит Децибел 450. Так, за пассажирским сиденьем у нас расположено 3 секции титаната по 40 ампер-часов. А самое звено у нас качает 2 ультиматума пятерки. Сабы стоят Урал Патриот второй версии. Еще у нас обычный гроб на трубу. Сколько объема? Не знаю, литр 350. Чисто. Вот. Ну, в принципе, все. Ну, шумоизоляция, как бы, ну, вся машина 3 слоя зашумлена. Шумок, ProFab 4 мм. Крыша, днище. Ну, вся полностью. Давай. Давай. Так. Короче, 20-й динамики у нас скоммутированы в 1 Ом.
порезаны от 120 герц четвертым порядком. 16-е стоят в отдельном объеме. Срезаны от 150 герц третьим порядком. Вот. Ну, дверь, естественно, подготовлена очень крепко. Дверь тоже сильная, варена третья петля посередине. Да ну нахуй. Серьезно? Да. Ну-ка. О. Проводка затянута 8 га. Для этого нам приходится свернуть стойку. Дверь, ну еще как бы резинку одну дополнительную кидать. Проводку ни слова. Проводку ни слова. Для игры на площадке мы дублировали, короче, прошивку с мозгов. Ну, то есть у нас их две. На второй программе завысили обороты. То есть, когда на площадке машина стоит, включаешь, у нас 1200-1300 оборотов. Ну и, соответственно, вольтаж, то есть, не падает. А теперь убавь.